Дорогие мастера, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, откуда пошло название «мокрый эффект», как его создавать и как научиться делать самые красивые лучики. Милые мастера, мокрый эффект имеет название от того, что самые краешки ресниц мы как бы немного должны намочить. Я это делаю средством бустер. Иногда используют обычную водичку, но водичка не в состоянии сохранить вот эту вот липкость наших лучиков. Ресницы для мокрого эффекта можно выбирать разные. Сейчас я вам показываю на примере самых обычных ресниц, и также у нас есть ресницы автофан. В чем будет заключаться разница? Реснички автофан, когда мы мочим, они, получается, имеют более густые и широкие лучики, то есть ваш мокрый эффект будет получаться немного более насыщенным и густым. Притом, когда мы используем обычные реснички с одной рядностью, мокрый эффект получается более максимально естественным и натуральным. Теперь мы снимаем лучики и можем вот с помощью таких лучиков выполнять все наращивание мокрый эффект мокрым лучиком. Надеюсь, мое видео было для вас полезно. Ставьте лайк, и я буду снимать еще больше таких видео.